Здрасте, товарищи! И дальше у нас гости. У нас мама Женя Евгения. Правильно? Правильно. И маленький гурман, хороший кулинар, да? Да. Браво, Кузя. Кузя сказал, что он любит кушать макароны. Когда мы поговорили про макароны, он сказал, что не знает, что такое феттучини. Феттучини – это китайская лапша, но итальянского производства. Сейчас мы ставили воду там, чтобы она варилась. Мы берем феттучини. 10 нами будет достаточно. Это все убираем. Бери это все, оставшись и бросай сюда в горячую воду. Сейчас мы сварим феттучини. Лук порей. У нас есть чесночек. Помидоры тебе нравятся. Соль посыпал, откусил, соль посыпал. А масло не добавляешь? Масло нет. Ну еще перец. Ну, мне кажется, что достаточно. Мы сделаем здесь блюдо за детей. Дети, они сами выбирают. Мы им все даем, показываем и стараемся их направить на полезную еду. Берем наши макароны или ти феттучини. Бактерия, знаешь, что такое? Ну, бактерия – это микроорганизм. Нет, сынок, это маленькая такая энергетическая штука, которая добавляется в телефон, в камеру, в фотоаппарат, чтобы мог доработать. Понимаешь? Сейчас мы нальем кунжутное масло. И добавим лук-порей. Добавим паприку. Опс. Обжарим немного паприки. Как тебе, Кузя, там сейчас идет аромат? Что ты нам и скажешь? Запах приятный. Запах приятный. Веди, Кузя, сюда. Как тебе сейчас все это? Когда ты меняешь запахи, когда ты меняешь вкус. Как тебе это все? Интересно? Да. Ну, это как играешь с пластилином, да? Не с пластилином, а как с химией. С химией? Ты уже взрослый у нас? Сколько лет у тебя? Ну, 10. 10 лет у тебя. Видите, дети 10-летние, чего все знают. Они не только умны с компьютерами, они уже и с кастрюлями дружат. Промешай это. Скажи меня, Кузя, как ты относишься к брокколи? Ел, не ел? Не ел. Кузя, у меня есть камчатский краб. Настоящий российско-дальневосточный вариант. Добавим крабовые палочки. Потом мы добавим сразу сюда брокколи. Немножко промешаем и соевый соус. Сейчас мы добавим итальянскую лапшу. Потихоньку это все будем мешать. Ну как, тебе это пахнет все как положено? Теперь очень. Сейчас мы берем это здесь, добавляем сюда чеснок, промешаем. Тебе хватит? Нет, можно еще. Можешь еще? Чуть-чуть перца. Чуть добавим это так. Можно, Кузя, чуть-чуть масла. Мистер Кузя. Нет, Кузя, нет. Я тебе сделаю больше счастливым. Это все дало тебя. Так это выглядит, когда у нас в гостях настоящие гурманы, как Кузя. Итальянская лапша, китайский соус, камчатский краб, мама Женя, сын Кузя, Серж, спасибо вам и до свидания. До свидания.